Так, у меня 10 пес. Мы с Фридой отправились на пирамиды. Keep lying around until they come down. И на пирамиды нужно идти высоко достаточно. Вот это, в общем, основа пирамид. Да, на самом верху находится храм. Когда Мексика была захвачена, чтобы сохранить эти пирамиды, испанцам было предложено построить сверху церковь. А получается, все пирамиды эти закидать землей. Так и было сделано. На самом верху теперь церковь, а все пирамиды под землей, и они постепенно уже приходят в негодность. Их сейчас, с одной стороны, начинают откапывать, но не знаю, насколько они еще сохранились. Ну, мощно. Окей. Ну вот с этой стороны можно посмотреть на Пуэбло, с той стороны раскинута Чулула. И звуки газового автомобиля, который продает газ, точнее. Поначалу это прикольная такая мелодия, которая запоминается, но вот так постоянно ее слышать каждый день, жестко. Но тут как-то приняты такие рекламы политического, например, характера. По улице едет машина и на колонках оповещается население о том, что происходят те или иные выборы, либо какая-то реклама. Отсюда открывается вид на весь город, а вот там можно увидеть Пуэблу. Чулула, Пуэбла, Сан Андрес. Я не знаю, сколько городов входит в агломерацию Пуэбла, но если вроде как суммировать все города рядом с Пуэблой, получается 6 миллионов. Okay. But Mexico City... Да, но слушай, а в столице там 6 миллионов, плюс еще 6 миллионов, плюс еще 6, плюс еще 6. Mm-hmm. Это как Нью-Йорк. Ты видишь, там людей постоянно, там вообще повсюду все, и очень многолюдно. Очень. Mm-hmm. Понятно. Way too crowded. Итак, если убрать всю землю над пирамидой, то будет пирамида? Да, их засыпали для сохранения и также для того, чтобы никто не видел, когда пришли испанцы. И сейчас их попытались откопать, но вот видишь, что-то откапывают, но сами плиты уже, сами камни, они старые. И кто-то мне говорил, что этим пирамидам, возможно, 5000 лет, да? Ну да. Там выделяется какая-то кислота, и с камнями происходит разрушение. Поэтому неизвестно, на самом деле, удастся это все откопать и вообще какую-то историю из этого сделать. А? Еще у нас тут рядом вулканы. Чулула зажата несколькими вулканами, но в принципе, как и Пуэбла. То есть вокруг три вулкана.
Но это уже современная часть искусства, которое сейчас, ну или в современную эпоху, что делали. То есть музей супер, супер такой оснащенный и информативный, чего там только нету. Ну, очень быстро можно понять, что здесь происходит, что происходило и что будет происходить, наверное. Пока он абсолютно не пользуется популярностью, но потенциал у этого большой. И сделано все качественно и удобно. Семья мне дала 200 песо, 100 на Блаблакар и 100 сотку, чтобы у меня просто осталось на личные расходы или на ночлег. Мы на самом деле подружились просто уже с этой семьей, нашли общие темы, да и много чего общего нашли. Поэтому в этом плане мне было не стремно брать у них деньги. Это было как-то очевидно, на самом деле. Деньги вот мне уже заплатили за машину, которую еще сотка на сверху дали. Слушай, ты не возражаешь, если я выкину эту бутылку? Да. В общем, мне теперь заменили вот эту бутылку на другую, потому что я, оказывается, из вредной бутылки пью. Ладно. В общем, вот такой автомобиль, такая Блаблакар, полностью загружен будет через час в столице. Я еле успел на этот Блаблакар, потому что убегал от Фриды очень быстро. Но успел. И вот так в полной загрузке добрался до столицы. В общем, вот там стоит машина чувака, который нас довез. Все ребята, с которыми ехал, они уже ушли. А у меня есть, получается, два фруктовых. Ну, было одинаковых два пакетика. Я их сейчас разложил, чтобы понять, что сейчас лучше съесть, что потом. Вода из бутылки, которая, ну, более из полезного пластика. Также у меня есть два билета на метро, которые мне дала вот семья. Выглядят они так, как спички. Ну, как с одной стороны, как спички. Но вроде как рабочие билетики. По поводу денег у меня осталось, получается, где-то здесь 10 песо было, которые у меня вот давно уже. Да, вот 10 песо. 10 песо и еще 100 песо.